Привет, ребята, с вами Демон Сталкер, и мы продолжаем играть в Проворы. Так что сажитесь поудобнее, не забывайте поставить лайкосики, либо дизлайки, и подписаться, кто не подписан. Погнали. Мы остановились на том, что прибыли в какой-то город, и нам надо, видимо, сматываться. Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Стража закрыла Стоунмаркет, но простой замок меня не остановит.
Так. Если все делать правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. Как я здорово научился замки скрывать. Целую ораву голодных. Смотри, стол. Не подхвати совесть. Можно срезать дорогу через ювелирную лавку. Хм. К тому же эта маска выглядит интересно. Так, и как мне туда пробраться? Нет, убивать никого не будем. Так. Должен какой-то способ, а? Интересно. И куда? Нет, значит, может, мне не надо сюда?
зачем сюда залез? Очень странно. Конечно, надо там пробираться. Хотя интересно. Что это было? Вот она. F1 карта. Туннель. Так. Ну, заодно можно пути отступления смотреть, да?
охраны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. А если... Там охранники, да? Обогатить обоих. Поэтому для мадам я сделал позолоченную копию в обрамлении изысканного стекла, подходящего сутенерши. Огромных денег. Я буду держать его при себе в мастерской, пока вы не найдете покупателя за пределами его. Подделка и оригинал. Отличная афера, Лайков. Спасибо, что все записал.
сюда пойдет. Так, давайте посмотрим. Документы. Так. Подождите. 7 это письмо нужно по полной грудне. Семь, три, девять, да? Экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Опять же, вдруг на бал позовут. Пора и честь знать. А кто наверху поможет перелезть через ворота? Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу. Что он хотел сказать? Не стал дальше воровать. Так дымило, что стало совсем темно, не помню. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да? О-хо-хо-хо. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На этих улицах я такого дерьма повидал. Это что, заковулок стражи? Надо идти тише. Под окно той бабы.
она пошла за ночным горшком. Чистом. Стоял по пояс в воде и давайте последнее, Давайте последнее сохранение. Отец рассказывал, когда горел Шейлбридж, стало светло, как днем. Или так дымило, что стало совсем темно. Это что, закоулок стражи? А я читал, надо идти тише. Дойдем до того места, сохранимся. О, простите, мадам, приказ капитана. Идите говорить под окно той бабы из Бричмаркета с такой рожей, что даже чесальщики потрескают. Попробуйте, мол, ее рассмешить. Берегись, она пошла за ночным. Тупые шуточки. Притоки были забиты утопленными.
Блокада прошла, да, испытание мы. Погасил свет. 4 из 9, нет. 14% только украдено. Ну и ладно. 80 из 60. Ничего себе. Ну ничего. Том портунист хищник. Продолжим. Это что? Желание идти на всем увеличен туризм. Канатная стрела. Это все возьмем. Водяная стрела тоже возьмем. Это что, мое убежище, что ли? Получается. Может, золото не надо столько брать? Хотя может прокатиться. Ну давайте, ребят, сохраним игру. И я думаю, что в следующий раз уже продолжим следующие там главы и так далее. Всем спасибо и до новых встреч. Увидимся через мгновение. Всем пока.